По всей республике, в каждом районе юрибис, бирай, шулай. Может, госсовет, может, койдар там был? Да, госсовет, какой был. Мына бу картина бик үзенчәлекле. Яңа тормыш белән. Яңа тормыш турган шул вакытта тарихи бабайлар арттагы белән образлар белән торалар. Башкортстанда бүтән нәрсәләр белән 1722-83 елларда монда тарих бүтән якты дип дөрес. Мен иштем аны. Уфага да барып презентация ясады и халык рәхмәтләп каршы алды. Дәрисе шәйдә. Плей-офф вакытында бу бик зур символикага ия, бүтән кеше бит моны дәрәү күтәреп алды. Менә сезнең сүрәтегез белән дә бар. Ансы өчен дә зур рәхмәт. Без хатлар языгыз дигән киң күләмле акция оештырабыз бүтән Татарстан буйлап, бүтән дөнья буйлап. Упаковка ингредиентов сатабыз базардамыз. Сен белес. Кайда сезнең мощный ноу-хау. Спасибо. В армии России. Вот сейчас нас Булгаков позвал уже на окончательный финал участвовать. Вот вчера только разработали. Делаем в Казани здесь, вот специально сделали даже один татарстанский паёк. Здесь только производители Республики Татарстан. А что для рыбаков? Для шикарно. Армия России единственная, где нет такой халяль. Это вот эти наборы, чтобы... Халяль. Управление делом. Гафару передадим. Да, чтобы... Подарок. Это же любому подарок можно подарить. У нас потолок. У вас эти датчики стоят и сверху. И сверху, и снизу датчики захвата движения. У нас полностью все стены в круг сенсорные. То есть таких больших сенсорных стен вообще в мире как бы на данный момент еще нету. То есть по объему. Ну вообще идея такая интересная. Ничего уровня выйти. А ничего уровня был любой поменьше. Зачем? Это же не место. Этот зал, по-моему, на сколько? Трансформируется. 15 метров. Нет, они берут зал и это делают. Да. Самында бу нилер исләр антивирусный гриппный прибор була инде против ковида, против ароматлар нилер чыгарам. Балалар өчен квартиралар. Ага, откуда паянсыз? Киртамак. Ага, Башкортстан. Антиковидный ма? А антиковидный бу. Да. Зигезне чак чакман, бака каман, контракт заключили ИКЕЛ уже, экспортируем Европага, по всей Европе можно найти теперь татарский, казанский чак чак, бака каман, под торговым брендом Карпайский. И кинчесы вот была, ракетки, а нам кичкене кирпич грамный батончик варь жберды. Бой новая технология, соленый ракетки. Бларны степ.
Нормально? Вот мужская, у нас офис такая. Да, а что, красивые вообще? Легкие, красивые. Это где делается? Моя сама. Дубьяза. Дубьяза? Дубьяза в Рущавле, это вообще опытный? Ну, я из Казани. А, ты казанская? Дубьяза-то. Это панно, это... Все это делалось в Арске. Ну да, это Гальмудинов и Ильдус, все так же. Ильдус там работает? Да, так же. Ильдус был директором, когда я работал в этом, в Арске. Құрметті Рустам Нұрғалиевич, Аллаға шүкір. Біздің бүтін дүния конгресінің тұқлану мейданшығы бізді үшінші күн ұзды. Маш деген бренді білін. Бұл әлігі нәпшікен. Істемесіз? А можу с вами сфотографироваться, пожалуйста? Можна, можна. Яңа дизайн үшіліп білен, басында формулы. Рахмат. Рахмат. Я же говорю,